Дарья Мильникова в сериале «Папины дочки» появилась перед зрителями в образе девочки-пацанки. Но сегодня узнать в актрисе Женю из сериала практически невозможно. И после завершения съемок сериала Мильникова появлялась в других проектах. Однако повторить успех «Папиных дочек» ей пока не удалось. Впрочем, не меньше внимания поклонников приковывает личная жизнь актрисы. Так, в 2013 году она вышла замуж за актера Артура Смольянинова, который старше ее на 9 лет. И спустя 2 года у пары родился сын. А в 2018 году Артур и Дарья вновь сообщили радостную новость. Они во второй раз стали родителями. На свет появился сын, которого назвали Марком. Впрочем, семейная идиллия вскоре начала рушиться. Как писали СМИ, виноват в этом сам Смольянинов. У актера был вспыльчивый характер, а также он любил выпить. И в 2021 году супруги развелись. Сейчас Даша воспитывает 2 сыновей и активно развивает свой блог в Инстаграм. Ну а глядя на многочисленные фотографии актрисы, невозможно не отметить, как сильно она изменилась.